Всем привет! С вами снова Виктор Балит. С тобой снова Виктор Балит. Сегодня мы продолжим нашу серию советов, как организовать свой бизнес и как организовать свою жизнь. Сегодняшний совет будет очень-очень простой. Научись быть спокойным. Легко сказать, да? Научись быть спокойным. Говорят, спокойный как танк, да? Вот стоит он спокойный, мощный такой, да? С места не сдвинешь. Вот, научись быть спокойным. Это очень-очень важно в этом дурацком мире, да? Который окружает нас. Почему он дурацкий? Да потому что здесь все поставлено с головы на ноги, да? С на ноги на голову. На немецком языке есть такая красивая песенка. Я прочту тебе пару куплетов. Когда я провожал своего сына в детский сад, мы всегда вместе с ним пели эту песенку. Verrückte Welt, verrückte Welt. Alles auf dem Kopf gestellt. Alles auf dem Kopf gestellt. Aber meistens dumm. Да? То есть сумасшедший мир. Все перевернуто кверх ногами. Да? И очень часто по-дурному. Так вот в этом мире, да, нужно оставаться спокойным, как танк. Все равно, что здесь проходит, все равно, что здесь случается, это тебя должно мало волновать. Когда у тебя есть четкие цели в жизни, да, научись быть спокойным. Человек в среднем проводит менее 30 минут в месяц в полной тишине и спокойствии. Выработайте привычку каждый день выходить, может быть, на природу или даже дома, или еще где-то уединяться и просто наслаждаться тишиной. Вот. Послушайте хорошую музыку и просто наслаждайтесь тишиной вот так. Вот так уйдите в себя на 10-20 минут, да? И делайте это хотя бы один раз в день, да? Ну, конечно, чем чаще, тем даже было бы лучше. Потому что в этом сумасшедшем мире нужно находить время для себя, нужно уединяться. Просто думайте о том, что важно для вас в жизни. Вот на сегодняшний день, на сегодняшний момент. Размышляйте о вашей миссии. Вообще, для чего живу я здесь, в этом мире? Размышляйте об этом, что я делаю, как я делаю, какие мои планы на завтра, на сегодня. И вот когда вы постоянно будете анализировать свою жизнь, научитесь быть спокойными и размышлять, тогда жизнь будет у вас выглядеть совсем по-другому. И тогда вас ничего не будет волновать. Взволновывать, да, конечно, волновать нас. Хорошие события нас всегда волнуют, да, что-то, если хорошее, замечательно происходит в жизни. Но так, что волновать, например, что мы вот так вот все в стрессе, да, такого никогда не будет. Но этому нужно учиться, это не так-то просто. Но этому можно учиться, и поэтому я тебя призываю, научись быть спокойным. Итак, с тобой снова был Виктор Балит. До следующего прекрасного совета. Смотри в следующем ролике. Пока-пока.